Светлана и Станислав присматривались друг к другу 12 лет, познакомились на работе. Взаимные теплые взгляды, ухаживание. Вот уже 6 лет живут под одной крышей. 5 ноября, наконец, решили пожениться. Но тут пришла повестка из военкомата. Молодым пошли навстречу, дали отсрочку для регистрации брака. Распечатали заявление о том, что у нас запланирована роспись. И дали отсрочку на 2 дня, пожалуйста, езжайте, расписывайтесь. Церемония была короткой, но торжественной. Из гостей только представители администрации. Нас и сегодня все поздравят. Да, конечно, это не сейчас, после работы. Но он у меня очень хороший, вот, ответственный. Ну, прям добытчик, так сказать, наш. За ним как за каменной стеной. Станислав служил стрелком. До мобилизации работал водителем грузового автомобиля. Для него и Светланы вступление в официальные отношения – это не просто социальные гарантии государства, а нечто большее. Получать информацию, где он находится, что с ним и как с ним, ну, проще официальной супруги. Зарегистрированный брак – это дает гарантии. И гарантии большие в наше время. Молодожены решили не менять фамилии. Нет времени на оформление документов, но стойко верят, что сделают это по возвращении Станислава домой. Вера, что просто будет все хорошо. Все будет хорошо, по-другому не должно быть никак. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Наталья Медведева, Щелковское телевидение.